Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И я еще вам хочу один рецепт показать со свеклой. У нас такая вот свекла, здесь я ее уже почистила, видите? Значит, такую остренькую, сочную свекольную икру, которая зимой тоже, кстати, придется. Значит, у нас килограмм свеклы, я ее почистила, полкило морковки, я ее почистила, полкило лука, я его почистила, килограмм у нас помидор. Значит, здесь одна головка чеснока, один перец. Чеснок я отставляю, а вот эти вот ингредиенты прокручиваю через мясорубку и ставлю варить. И еще я добавляю пучок петрушки, пучок укропа. И сейчас я его в первую очередь прокручу вместе с чесноком. И вот наши все уже овощи в таком казанке. Я ставлю на огонь, включаю его. Не солю, ничего больше не добавляю. Когда закипит, уменьшаю огонь, и целый час будет кипеть. И вот наша свекла уже полтора часа проварилась. Сейчас я добавляю сахар, уксус 50 грамм, масло 150 миллилитров, соли 1 столовую ложку. И наш чеснок и зелень. И оставляем еще на 15 минут и закроем в горячие стерилизованные стерильные банки. И вот уже наша свекольная икра такая остренькая, немножко сладенькая, закрыта. Приятного аппетита и удачи вам! Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких!